Что он говорит другим людям о вас? Давайте посмотрим на рунах, какой будет поток. А вы, пожалуйста, подумайте о своем мужчине, и мы сейчас вместе все посмотрим. Что он говорит другим людям о вас? Что нам расскажут руны? Ну, он считает вас очень умной, очень образованной, очень такой, знаете, язык подвешен у вас, да, то есть, что вы умеете очень красиво разговаривать, очень круто ведете переговоры, то есть, что вы девушка действительно, ну, не то, что там какая-то из села, а действительно очень образованный человек, что вы человек очень яркий, что вы человек солнышко, что вы человек, который лидер по натуре, и вы делаете все с огромной скоростью. Вот прям за вами угнаться реально очень-очень сложно. Ну, еще что говорит? Говорит, что вы можете все крушить на своем пути, что у вас очень сильная энергетика, и на самом деле вы можете разрушать очень-очень сильно. Если какая-то ситуация вам не нравится, вы будете прям огонь. Ну, огонь, да. Что вы очень сексуальная, что вы очень харизматичная, что вы действительно очень энергичная, и что, ну, действительно, у вас, если с ним были какие-то интимные отношения, то он вас забыть, девочки, 100% не может. Вы были лучше всех. Да, что вы, знаете, вот за вами тянутся люди, что вы можете вести людей за собой. Он так и говорит об этом. Он понимает, что вы сами принимаете решения в своей жизни. И что вы никого слушать не будете. Будете делать так, как захочется. Ну и понятно, говорит, что с вами отношения закончены, хотя он о вас очень-очень сильно вспоминает. Еще говорит, что вы умеете круто работать, что вы зарабатываете деньги, что вы как пчелка трудитесь, что с вами было реально круто. Он это осознает. Что вы человек веселый, что вы умеете расслабляться, что вы умеете отдыхать, что вы, возможно, даже любите где-то путешествовать. Но ситуация такая, что в итоге, видите, он получил то, что он заслуживает. Да? Я так понимаю, что ваши отношения, скорее всего, были длительные. И сейчас результат этих отношений какой? Ну, вы остались партнером. То есть он действительно вас видит партнером. То есть он видит вас чуть ли не второй половинкой, девчонки. Что бы он там ни говорил, да, он знает, что есть проблемы, но понимает, что у вас еще крутая защита высших сил, что у вас крутая связь с высшими силами. И вот это вот огромное сексуальное притяжение к вам, оно осталось. То есть где-то буйство эмоций, где-то потеря контроля, он это прекрасно понимает и считает, что вы человек тоже достаточно эмоциональный. Но видите, у вас отношения все-таки закончены. То есть он всем говорит, что у вас полная остановка в ваших отношениях. Хотя он вас, девчонки, любит, любит, и он скрывает это все. Скрывает, возможно, даже от себя где-то. Все, всех обнимаю, спасибо, давайте, пока-пока.